никаких значков не делал, только у нас тут, видишь? О! Вот. И, красота. Соответственно, самовар. А, да, да, то есть. Самовар и пряник. Да. И пряник с трубой. С трубой. Уважаемые дамы и господа, дорогие коллеги, рад приветствовать вас на Олесинской земле. Действительно, очень хорошо, что мы здесь сегодня все собрались, и подобного рода мероприятия позволяют не только, может быть, чему-то научиться от привезенных лекторов и ораторов, но самое важное, наверное, поднятая информация, которая есть. Как понятно, что большинство участников – это участники Псковской области, но у нас есть и наши коллеги, которые приехали из других областей, мы тоже очень рады. Но, конечно, самое важное – это то, что у наших коллег-журналистов появляется возможность обменяться, чему-то научиться, обменяться какими-то знаниями. Но и мне кажется, что подобного рода мероприятия – это очень важно еще с точки зрения понимания тех процессов, которые происходят. Мы, хочу сказать, что в какой степени осмысленно нашли на выдачу гранта для понимания, какие мероприятия проводиться, и, в общем-то, думаю, что, наверное, этот опыт он будет на следующий год расширен, и кроме лекций и обмена мнений, которые у вас происходят сегодня, мне кажется, важно еще все-таки включить те возможности, которые есть на ВТГ Апара, это спортивные возможности, и было бы здорово, если у наших журналистов будет возможность показать себя в плавании, в женском футболе, в женском хоккее. Так что я думаю, что нет предела совершенства, а мы постараемся на следующий год предусмотреть больше объем средств для того, чтобы у вас была возможность в общем, провести здесь не два дня, а может быть и три. Можно будет посмотреть, что происходит внутри печи, какие процессы, чтобы оперативно можно было среагировать. Ну, с точки зрения экологии, он у нас от основного жилого массива достаточно далеко находится. В целом, экологические предприятия соответствуют современным требованиям и нормам. 650 человек работающих. Вот. Ну, производство, сами видите, оно непростое, тяжелое производство, хотя достаточно современное. Но вообще сам по себе рынок стекольного продукции, он такой непростой. Поэтому посмотрим. Хорошо то, что идет сейчас строительство третьей очереди. Почему я сюда приехал? Хочу посмотреть. Мои коллеги просят сюда открыть линию инвестфинансирования по строительству дороги. Ну, по части дороги мы с вами проехали, вы посмотрели ее. Вот, поэтому посмотрим. Ну, думаю, что сколько у нас дополнительных рабочих мест будет здесь? Порядка 200. 200 рабочих мест. Ну, зарплата все равно еще низкая, невысокая зарплата, поэтому, ну, если будем принимать решение, то чтобы были встречены не только вопросы по инвестициям, но и по зарплате, потому что зарплата сегодня 10600 средняя, это очень низкая зарплата, фактически это минимум. У нас с Нового года будет уже 10500 минимальная зарплата для коммерческих структур в области, поэтому в этом смысле мы, если будем решение принимать, потому что это от нас порядка 200 миллионов требуется софинансирование на ремонт дорог. Поэтому, конечно, мы будем требовать, чтобы предприятие повышало минимальную заработную плату. Там дорога – это не дорога, это направление, поэтому, по сути, это капитальный ремонт. Капитальный ремонт стоит несколько дороже, чем ремонт просто. Поэтому, ну, 200 миллионов для нас тоже существенная сумма. Тем более, что бюджет следующего года для нас такой тяжелый. И если мы договоримся по средней заработной плате с предприятием, тогда мы можем это рассмотреть и, ну, дальше посоветуемся.